Так что вот так. Блин, ну какая классная вот эта музычка. Дорожечка. Собака. Вино. Мне так нравится. Большая бутылка итальянского вина. Идеальная 14 февраля. Переписки, у него есть мой инстаграм, мой телефон, мой вайбер, мой телеграм, все на компьютере, представляешь? Нечего скрывать. Господи, бывает же такое, что вообще нечего скрывать? Это охуенно. Будет вам весь... Батя, такая... Я в красном бархате, ты вся шикарная. Идеальная 14 февраля. Самая вульгарная. Короче. Еще хотела спросить бабы, кто меня смотрит. Я уже сколько дней продумаю план шоурума. В общем, пересматриваю ценовую политику, пересматриваю все базы, пересматриваю... Вот это тоже город прикольный. Это неудобно? Этот, куда едете? Ой, мы, короче, думали, где провести время. Изначально мы думали в ресторан и на лошадях, но потом мы думали к маме, ну, погода такое там не почищено сейчас селе. Поэтому мы едем в Sophie Club. Что с камерой? Надо лизнуть и протереть. Все, нормально. Такая счастливая, очень рада за тебя. Ой, спасибо. Селе. Блин, мы как-то это, надо договориться, если мы будем в Одессу ехать, то мы заедем обязательно, потому что я так туда поросенок не появилась, так малышку не видела, еще его уже сколько раз приглашал. Качество плохое, не охуенное, какая разница, такое качество, главное, что вы меня чуть-чуть, что ты оправдываешься? Вот это, знаешь, это подъебать, типа, что у меня обычный телефон. Честно, лучше обычный, как я говорю, лучше в Египет съездить и на эти деньги потом купить что-то в дом красивое. Или отложить деньги на дом, чем купить 12-й айфон. Да на 1000 долларов я у бабушки ремонт себе сделаю, чем мне 12-й айфон. Не, он я 7-м айфоном радуюсь. Все нормально? Отлично. Так что я не меркантильная. Снял шуба, какой год хожу, нормально. Купила колись за 500 гривень, понимаете? Ничего, живо-здорово. Живу как-то. Я вот честно хочу вот просто всем внести в бошку, что вот все, вот знаете, лучше в Париже ходить в порванных кроссовках, ну, в Париже, чем с непонятной сумкой. Вот смотрите, вот у меня порвалась сумка. Уже не новая, но она симпатичная. Эмма, все, сумка порвалась, уже сумка не новая. Короче, скажите, пожалуйста. Ого, Игорюня! Привет. Игорюня, скажи, пожалуйста, ты недавно на Мальдивы летал. Шо там вообще?
9 ночей, 13, там, от 60 тысяч и больше, ну, типа, и есть ли смысл, ты там был? И мне сказали, что там буклишка стоит $300 бутылка, и туда можно вообще что-то перевезти? Не смеши, какой шоурум, ты же дебилоид. Да, опять эта тёлка пишет. Ты дебилоид, уже тратишь на меня свои метры и своё время. Могу тебе сказать. Ты же знаешь, что я не дебилоид, я кажусь под дебилоидом. А ты свою карму отработай, пожалуйста, может, тебе тоже повезет в жизни. И можно, Лена, как в школе, дьявольский смех. Продам собаку и открою себе шоурум, как раз $1000 хватит, 1000 евро, точнее. Да нет. Собака у меня нарожает, и я попродаю все щенков по 1000 евро и открою жопу. За секс не надо платить. А рожают они и так сами. Хорошее вложение, белый шпиц, девочки. Привет, Лен, скажи, с Рокой общаешься? Ой, нет. Как-то мы переписывались по поводу ТикТока, и все. Не, не общаюсь, и слава богу, манипуляторы. У него девушка, кстати, хорошая, красивенькая. С Безусом переписывалась вчера, кстати. А Милена, кстати, с этим сошлась. Я вообще в шоке. Видели, как Рай нахерачился на день рождения? Моя карма сосать. Успокойся, ни разу не сосала. Брачную ночь пососу. Чего мне напрягать свой ротик? Я же не такая тупая, как ты. Ой, бля, я не могу понять. Ты хочешь поржать, типа, пообщаться? Давай пообщаемся. Но прикол в том, что, блин, как красиво снег. А вообще, когда вас что-то раздражает, знаете, о чем думать? Хорошая музыка, красивая дорога, снежочек, музычка, шуба, собака, вкусное вино, 14 февраля. Ай, жизнь прекрасна. К вам в культурную столицу.